Наши зрители, вот мы дотюнили Найтин, мы установили вот такие вот сиденья с надписью Найтин, большего размера и со ступенькой. Установили систему подсветочки, вот здесь вандерлифт, поворотнички ризома и вот такой вот кронштейн для номера. Раньше здесь такая лопата висела, но вот здесь не очень красивая была. Потом мы сделали вот такую подножку, поставили резиновую, резиновый отбойничек большего размера. Вот, установили вот такую планку и вот такой вот гриль на фару. Очень выглядит брутально и имеет функцию защиты от веток и всяких камней. Вот, поэтому вроде бы все просто, но тут были небольшие проблемки с проводкой, с системой этой. И поэтому все это заняло, простая операция, вроде бы целый рабочий день с утра до вечера. То есть мы вот закончили поздно ночью вчера. На улице очень жарко, поэтому вот такой мотоцикл красивый получился. BMW Найтин. Очень много тюнинга выпускается. И мы очень любим этот мотоцикл. Так что с вами был Алексеич, МТМ. До новых встреч!